гони, включай. Es aquí, aquí bajamos, solamente que... Bueno, no importa, pensé que este... ¿Este es el municipal? Ah, ok. Entonces será este, porque hay uno que está más allá. ¿De piedra? Ah, wow. ¿Dónde te va a estar esperando, Freddy? No, no. Después te llamo. Aquí entonces es el municipal. Ajá. Está bien, aquí, aquí, no bajamos. Леша, мы отпускаем, да, сейчас их или как? Они... Все, они, да, они убивают. Ну, потом автобусом, да? Ага. Ага, ребят, спасибо. О, вот колорит местный. Слушай, а тут что, вакцину дали? Да, сегодня как раз, по-моему, выдавали. Здесь снимать можно, да? Никто не убьет. Да, можно. А вот это вот мэрия, это администрация. Вот это администрация? Да. И здесь вот сегодня выдают. Thank you.
есть еще вот эта местная больница. Отель? Давайте просто по дороге не будем. Здесь Тайлага, это вид на озеро? Да, да. Отлично, да. Тебе надо, тебе надо на дачу такой. Да, надо сейчас фоткать. Находка. Сочная бочка. Пароли. Как весенние тропинки, да. Да. Наслаждайтесь, сильно. Нам еще музыкальный магазин надо. Какой? А, вот это, ну, да, там дальше будет. Это и ножи нельзя. Да, да, да. Они реально, они тебя находят, осматривают. Ножами не ходить, это автоматы не могут. Не, смотрите, сколько бутылок. Смотрите, сколько бутылок. Блин, отсюда не видно, но там-то. Сейчас все уйдут. Свалка, да? Я тоже хочу сфотографировать. Ну, надо. Прохибида, Эльгресса, Де Армас. Нет, там еще буквы будут. Вот там буквы дальше, да. Я сколько не смотрел про этот город. У всех буквы. Ну, вот, давай это с Амстердама пошло, знаешь, там да? Вот это вот у них там на площади. Ага. А, Амстердам. Дрова, да? Надо найти какао-бабы.
И наконец приехали. Я понимаю. Очень круто, очень креативно. Очень креативно, очень круто. Очень классно. Вот этот грибочек, да, очень как-то. Цвета такие вообще прям. Стоят буквы. Буквы с названием города. Семья, да, морская вот эта? Это вот этот ламантин, так, да. Ты хотел сфотографироваться? Нет. Ну, ты... Берешь, да? Yeah. Папайя. Yeah. Папайя, да. Вот манго. Странные они какие. Нормальные. А да, это что такое? А? Да. А вот это хрен знает, я не знаю. А, это как лимон такая штучка на вкус. Кисленькая. Да, я не ел, честно. А у нас есть возможность, если у тебя нет мёд? Да? Есть. Можно взять там? Да, да. Просто денег нету, ты сами. Давайте, ребят, набирайте тогда, что вы хотите. Будет это за счет генерального директора. Я манго хочу набрать. Я на нас. Еще манго. Еще Thank you.
вот это евро? Нет, это... Но они какие-то твердые, я думаю, что это не граната, да? Вот это зеленая, это граната? Это не граната. Я не знаю. Это не гранаты. Нет. Это не гранаты. Это... Это не гранаты, точно. Это не гранаты. Нет. Гранаты красные, а это Esos son bananos, ¿va? Ajá. Гуаява. Попробуй. И как она? Попробуй, я потяну. Давай, все. Давай, попробуем, я тоже хочу. Я ну а как, если это не пробовал никогда, то надо, значит, попробовать. Еще. Еще раз. Да. Я просто все это пробовал. Все. Смотри, какие-то здесь пожуханные. Ну, иди лучше, да? Лучше. Ребят, не хотите кофе попить или поедем в колонию? Птичку. Ну, хотим. Попробуем, может быть, да. Да, пошли. Хотим. А?
amigo. Надо будет прийти и мыть их не этой водой, а такой типа, да? Из кубера. Или здесь не так принципиально, как мы. Просто мыть и говорили не мыть. Здесь можно спортсмены. Привет. Привет. Я тебе классно. Как? На момент, когда... Да, это вот кубер. Да? Да. Да. Estos son bananas, ¿va? Ajá. Гуаява. Попробуй. И как она? Попробуй, я взял. Давай, все. Давай, попробуем, я тоже хочу. Ну а как, если это не пробовал никогда, то надо, значит, попробовать. Еще. Да. Я просто все это пробовал. Все. Маш, твою манку. Возьми с собой. Манки какие-то здесь пожуханные. Ну, где лучше, да? Лучше. Хотите кофе попить или поедем в колонию? Птичку. Ну, хотим. Бумажку, да. Да, пошли. Хотим.
Amigo. Вот и мы. А? Beautiful. Да. Из Гондураса, да? Две гондурасских нужны и один транс тайландский. Нет, из Белиза. Из Белиза, там транс черный. Черный транс. Не, не, это правда. А, блин, не надо звонить, да? Слушай, я очень понял, что в этом кофе как раз дилер. Как ты понял это?
смотри, светофор есть даже. Сразу же здесь же, да, у нас. И тебя не тормозят, да, иногда?